Здравствуйте, вы смотрите новости. О главных событиях за день расскажем прямо сейчас. Две стороны одной медали. Как жильцы и управляющая компания борются с коммунальными проблемами 53-го дома по улице Ленина. Отдохнуть и поправить здоровье. Воспитанники пришкольных лагерей проходят курсы физиотерапии. Новые правила долевого строительства. Подписан закон, нацеленный на предотвращение появления новых обманутых дольщиков. Ямал-Югра и Тюменская область заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере защиты избирательных прав граждан. Документ подписали уполномоченные по правам человека в регионах. Ямал-Югра и Тюменская область одинаково заинтересованы в том, чтобы выборы губернатора прошли организованно и без нарушений. По общему мнению региональных уполномоченных по правам человека, они должны вести активную совместную работу, разъясняя гражданам их избирательные права, особенно молодежи. Соглашение о сотрудничестве касается не только выборов губернатора Тюменской области. Документ действует до 2020 года, поэтому уполномоченные по правам человека будут взаимодействовать и при проведении выборов депутатов Тюменской областной думы, в которых также участвуют ямальцы. Муравленковские пенсионеры и жители города, которые нуждаются в бесплатных лекарствах, получают помощь в полном объеме. Только в первом полугодии выписано более 2000 рецептов для федеральных льготников на общую сумму почти 6,5 миллионов рублей. И более 8,5 тысяч рецептов почти на 14 миллионов для региональных льготников. Назначает и выписывает препараты врач только после осмотра и обследования пациента в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и с учетом перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. По словам фармацевтов, когда больной не в состоянии забрать необходимое лекарство, его может получить человек, которому будет передан рецепт. Выдача лекарств по бесплатным рецептам производится только в аптеке взрослой поликлиники. Информацию о наличии медикаментов можно получить по единому номеру 8 800 100 01 22. На Ямале также действует справочный телефон в окружной столице 4 7706. Информация о перечне медикаментов и порядке лекарственного обеспечения льготных категорий граждан также размещена на сайте окружного департамента здравоохранения в разделе «Лекарственное обеспечение». Жители 53-го дома по улице Ленина вынуждены бороться с коммунальными проблемами и непрошенными гостями. В душевой завелись дождевые черви. Откуда они там? Узнавала наш корреспондент Инна Юшина. Это не картина из фильма, а вполне реальная ситуация. В душевой 53-го дома на улице Ленина ползают черви. Откуда они там, непонятно. У нас щели, вот эти вот все швы, видимо, уже все, плохое, что 30 лет общежитию. И они поднимаются оттуда. Но если возле общежития на рыбалку все себе кота копают, понятно, что они с подвала сюда идут. Управляющая компания уже провела две санитарные обработки душевых. На очереди еще одна. Но черви не единственная проблема дома. Многие собственники квартиры из-за плесени в комнатах вынуждены лечиться. Находили в мокроте, получается, ни тимицея. Там на протяжении полугода не проходил ни кашель, ничего. Вот лечились, получается. То есть это взрослые, а что касается детей, так это вообще страшно. Потолок был в плесени. Это сейчас просто вымылось. Вот это вот тоже уже помылось. Это такой налет был. В комнатах жильцы обрабатывают стены от плесени самостоятельно. Но она есть и в местах общего пользования. Заявки на устранение плесени в управляющую компанию жильцы подают по несколько раз. Сколько раз заявки даются, в последнее время они вообще не исполняются. Они даже, можно сказать, скорее всего, и не принимаются. Потому что нет никакой реакции на это. Мы даже не знаем, к кому обращаться. Нам сказали, что это вот такие вот стены, это все. Тут ничего не сделаешь. Мы как бы не вытравливали, как мы уже эти стены не обрабатывали, что только не делаем. Это бесполезно. Обращались и не раз обращались. Деньги берут за ремонт, а толку никакого. Угу. А что вам отвечают на ваше обращение? Сделаем ремонт, делаем, все будет, все сделаем и ничего не делаем. Угу. Одни обещания. Заявки делаем здесь вовремя, вот подушу делаем вовремя. Но ждем. Тут пока вам до прокуратуры не дошли, что подвал заливает водой, они не делали ничего. Как вот сходил уже и туда, и этим к депутатам, ко всем я ходил, писал, заявление писал, ходил, жаловался. По поводу грибка никакой реакции не следует. Грибок, говорят, распространяется из-за сырости в подвале, сточные воды, на них все ссылки. В подвале действительно сыро, по словам жильцов, вода стоит там годами. Она у нас стоит. И все оттуда вот этот вонь идет. Все мы этим дышим. Мы, детки наши, дети наши маленькие дышат. И вот это то, что этот грибок весь поднимается к нам. Сырость вот эта вот. Это все грунтовые воды.
Да, они в большом количестве, но расположение этих вод очень близко к земле, и поэтому, когда идут очень активные дожди, наполняется водой. Там сейчас работает откачивающая техника, она работала и в прошлом году, там и в этом году, все лето будет работать. Кроме того, поясняют, в городском хозяйстве система вентиляции дома не идеальна. Они готовы обрабатывать стены от плесени, но только в местах общего пользования. Если это касается мест общего пользования, мы их обрабатываем. Вот сейчас буквально мы дали заявку специализированному предприятию. А в комнатах, ну, это уже их жилье, приватизированное жилье. Там живут очень много квартиросъемщиков, которые снимают эти комнаты. То есть нужно обрабатывать. Вы можете точно так же, как и мы. Мы оплачиваем за обработку мест общего пользования. Но эта фирма предоставляет и частные услуги. Этот дом, мы его обслуживаем, и достаточно, я считаю, неплохо. Так как у них задолженность на сегодняшний день 300 тысяч. А мы там выполняем работы и по текущему ремонту, мы выполняем их даже наперед. Эта ситуация как две стороны одной медали. У жильцов своя правда, у управляющей компании своя. Можно бесконечно упрекать друг друга в бездействиях, но пока не предпринять мер, ни одна ситуация с мертвой точки не сдвинется. Кто-то считает действенной мерой размещать фото или видео в соцсетях, но результативнее оставить заявку в управляющей компании. А если результата не последовало, к разрешению проблемы стоит подключать муниципального жилищного инспектора. Инна Юшина, Владислав Дроботов, новости Муравленко. Контроль в сфере долевого строительства становится жестче. Президент России Владимир Путин подписал закон, который нацелен на предотвращение появления новых обманутых дольщиков. На Ямале функции контроля в области долевого строительства многоквартирных домов возложены на региональную службу государственного строительного надзора. Теперь застройщики должны будут соответствовать новым требованиям, чтобы получить право строить многоквартирные дома. С этого года компании проходят жесткий отбор, определяющий их финансовую устойчивость. Размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости строительства. Уже с 1 июля следующего года дольщики и застройщики будут взаимодействовать друг с другом не напрямую, а через специальные счета в аккредитованных банках. Ямальцам, которые задумались о покупке жилья, рекомендуют самым серьезным образом отнестись к проверке документов и истории деятельности выбранных застройщиков на рынке строительства. В Муравленковском многофункциональном центре с сентября расширится спектр предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Жители города смогут подать документы на возмещение расходов за самостоятельно приобретенную неработающим пенсионерам путевку, заявление на оказание материальной помощи к историческим датам, а также на возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей. Кроме того, МФЦ начинает прием заявлений о предоставлении услуг по экстерриториальному принципу, то есть когда госуслуги можно получить в МФЦ по месту фактического нахождения, независимо от места проживания. Не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье могут муравленковские мальчишки и девчонки, посещающие летние пришкольные лагеря. Они работают в Эврике и в первой школе. В июле их посещают 200 ребят, рассказывает Татьяна Коломиец. Каждый день под присмотром вожатых они отправляются в отделение восстановительного лечения, чтобы пройти курс физиотерапии. Здесь ребят из пришкольных лагерей ждет теплый прием и целый комплекс процедур. Ручной и вибромассажа, магнитная и ультразвуковая терапия, лазерлечение и многое другое. Вариантов оздоровления масса, но каждому их назначают индивидуально, по результатам медосмотра и заключению педиатра. Дети оздоровительного лагеря у нас проходят лечебные процедуры. На данный момент проходит примерно 18 детей. С 18 июля пойдет следующая группа детей. Дети проходят по назначению врача, согласия родителей. Проходят они массаж, голокамеру, лечебную физкультуру, фототерапию. Как отмечают доктора отделения, около 40% детей подвержены отклонениям со стороны опорно-двигательного аппарата. В основном это заболевания позвоночника. Столько же страдают заболеваниями лор-органов. Это хронические тонзиллиты и фарингиты. Поэтому очень важно не только назначить правильное лечение, но и проводить профилактику. Если до 12-13 лет еще можно плотно заниматься и исправить осанку и сколиоз, но после 13 лет это уже мы опоздали. Мы ничего не сможем делать, это сохранится на всю жизнь. Но это не говорит о том, что нельзя заниматься. Мы даем рекомендации, дети в дальнейшем занимались или йогой, или гимнастикой, разные виды.
Польза от оздоровления очевидна. Например, в течение курса физиотерапии с помощью процедур здесь удается вылечить затяжной фарингит и кашель. Но наблюдаться у своего участкового врача нужно постоянно. Самое главное, что детям такие процедуры нравятся. Особенно возможность полакомиться кислородными коктейлями после лечения. Я хочу отметить это одно. Дети повторно с удовольствием к нам ходят. С удовольствием. Они с желанием идут к нам. Мы тут проходим процедуру магнит, ингаляция, есть подводный массаж, но я туда еще не сходил, и обычный массаж. Ну, на обычном массаже там есть два выбора, либо на автоматический, там очень классно, а на втором ручном там больно. Мне здесь нравится, потому что... Ну, здесь хороший массаж, но все хорошо здесь. Можно попить, ну, когда пройдешься процедуры. В общей сложности этим летом поправить свое здоровье, не выезжая из города, смогут около 60 ребят. В июне курс физиотерапии прошли 19 мальчишек и девчонок. В этом месяце лечение в отделении получают чуть более 20 ребят. Столько же ожидается и в августе. Татьяна Коломиец, Андрей Нагибин, новости Муравленко. На сегодня это все новости. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru.